Всем привет, с вами Ковальский, тут у нас вот такие люди пришли. И они, кажется, дружелюбные. На нас не нападают. Да, зайчишка? Да, они дружелюбные. Люди. Каннибалы. Это хорошо, да? Ты иди, иди своей дорожкой. Иди. Тебя никто сюда не звал. О, подгорел. Жалко. Давай, иди. Иди, иди, иди. Делать тебе нечего. А, будет мне бить? О, будет. Давай ему так. Костях нет, надо его быстро убить. Ау, ты не охренела? Давай его вот так вот. Он живой? Что такое? Давай, давай, сюда, иди, сюда, иди. Сюда иди, я тебе то же самое отмудохаю. О, сколько их тут, а? Я помню, где-то там, а, есть фаер, и я побежал туда. Я с ними столько их там много, штук 10, наверное, что вы видели. С ними точно не справлюсь, побежу за фаером. За фаером. Срочно фаер нужен. Так. Уроды. Да, короче, у меня было... Что ты прыгаешь? Ты плыви, блин, а не прыгай. А ну наверх выплывай. Хорошо, у меня была чешуя. Я знаю, акулки туда есть. Думаю, они сюда не доплывут. Он тут рядом плавает. А что ты так рядом тут плаваешь? Может, уплывешь отсюда? Ты мне тут не нужна. Так, окей. Надеюсь, они за мной не поплывут. Думаю. Все, мы взяли его, поплыли. Быстрее, быстрее. Фу, я испугался, думаю, да какой это черепаха. Да уж. Так. А можно акулу убить? Давайте попробуем. С фаера. Залезем на корабль, попробуем акулу убить. Привет, черепаха. Не, акулу нельзя убить. Я чё, они уже не... А чё, кончилось всё? Один фаер у меня есть. Птички, извиняюсь. Нечего тут... Не, нельзя убить. Плохо. Пошлите дальше. Так. Идём дальше. Он плавает, как будто ходит. Слышите эти шаги? Так быстрее будет. Во. Черепашки. Черепашки, черепашки. Так. Я вот что достал. Давайте музыку послушаем. Во, эта музыка прикольная. Так, она пригодится. Тоже. И только теннисный мячик нам не нужен. Побежали. Во. Ну давайте, чё я, давайте, давай, чё вы такие умные. Вот теннисный мячик, горите в аду, твари, под такую музыку. А мы побежали к своему лагерю. И мы обостроились чуть-чуть. Так. Так, 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 наверное, будем забором все тут обстраивать. Этого потом надо убрать отсюда. Так, мы же в воде были. Как? А, да пофиг.
Ничего страшного, потом сходим. Так, давайте будем обстраивать. Вот у меня тут ничего почему-то нету, я не знаю почему. Жалко. Так. Давай. Это вот так вот. Потом. Вот так вот. Козлов тут нету? Нет. Окей. И вот так вот. И будем сейчас строить топор. И поехали. Так, окей. Потихоньку. И обостроим. Я искал. Так. Ставим. Так. Пойдем это дерево рубить. Что это? Каннибалы? Вот они тут лазят. Вижу их. Надеюсь, нас не видят. Да. Надеюсь, не увидят. Окей. Так. Только в дерево, пожалуйста, не прыгай в воздух. Как ты любишь делать. Быстрому. Камушки полные, окей. Камушками мы забиты. Так, а они уже построили? Варан, варан, тихо, 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 тихо. Хрящ. Так, нам кушать надо, окей. Давайте тогда мы. А где мой топор? А где мои палочки? И давайте тогда мы зайчика пожарим и быстро срубим дерево. Окей. И да, взять руки. Ну, в руки будешь браться. Взялся наш топор. О, кушать. Все, мы покушали. Окей. Нам хорошо. Так, давай это рубить. Давай, давай. Рубим. Вот этим топором хорошо рубить. Что тут? Энергия быстро быстро не тратится. Куда ты так залез? Давайте срубим сразу другое по-быстрому. Не, не получится. Другое нам рубить, потому что деревья скатываются. Это плохо. Плохую территорию у них, плохая. Плохо сделали так. Так, я еще одно бревно. Еще одно бревно где? Укатилось? Укатилось. Привет, братан. Как дела? Ты один? Нет, не один. Ты добрый? Давай, 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 прыгай. Прыгай, спортсмен, прыгай, прыгай. А ты куда побежал? Ты куда? Давай, давай сюда. Вот так вот, все. Довольны? Я тоже доволен. Так, пошлите дальше нашим делом заниматься.
Да. Ни хрена себе. Куда так бревно улетело? О, смыться можно. О, прикольно. Все, помыли жопу свою. Прикиньте, вот это бревно улетело. Вот это дает. Катапульта. Катапульта настоящая. А что тут лежит? Еще одно бревно. Да уж. Ладно, пускай лежит. Так. Так, никого нету? Нету. Вокруг себя сейчас деревья повырубаем. Чтобы окрестность была хорошая, красивая. Чтобы смотреть можно было нормально. Кто к нам эти каннибалы, чтобы не подходили. Сторону. Давай, давай, не на меня, а в ту сторону. В ту сторону давай. Молодец. Так. Так держать. Так, построили теперь, наверное. Вот. Вот так он. Вот еще вот так вот. И. Вот так он. Она смотрится, ну пойдет, и наверное так отсюда вот так вот сразу поставим. Я тебе не брал камушек. Вот так вот, и у нас инвентарь, и возьмем этот топорик. Да, тут у нас деревце есть. Так, давай. Нет, не туда, куда я хотел. Окей, только два дерева, что ли? Так мало. Там еще есть два. Должно по четыре всегда. У этого три было. Маленькое деревце, наверное, было. Давайте. Это видел поленницу есть. Давайте поленницу себе построим. Чтобы еще вот эти, которые по одно дерево. По одно дерево остается. Будем ложить сюда потом. Да. А не будем с собой дерево. Давайте таскать. Чтобы не пропало. Вот палочка. Это что такое? Ну да, в камне застрял. Ты так не пугай. Пугаешь что-то. Ладно, пойдем дерево тут бросим. И быстро палочки тут себе надо добудем. Берите же. Так. 6 палочек, окей. Тут нельзя палочки взять. Тут, наверное, можно. Ты камушек, я тебя не беру. Успокойся. Еще 2 палочки. Так, их можно вот тут взять. Вот как раз 2 палочки. Возьмем. Так. Окей. И положим. А чё? А как зажить? А чё не работает? Чё поленница у меня не работает? Не пол. Здорово, чувак. Как дела? Пошлите к нему подойдем. Ага, к нему я подходить не буду. Пупили, они что-то так часто ко мне меня навещают тут. Они, наверное, опупили. Опять потерял свой топор. Так.
Да, жалко, сейчас выпад. Тот топор потерял. Так. Ну, я думаю, на этом все. С вами был Ковальский. Всем пока-пока-пока.